Мост Трансавто исполняется 95 лет. В Люберцах, Дзержинском, Жуковском и Лыткарине пассажиров обслуживает межрайонное автотранспортное предприятие номер один. Ежедневно 337 автобусов люберецкого филиала Мост Трансавто перевозит более 2 миллионов человек. МАП номер один обслуживает 55 маршрутов по 4 городским округам. Водителям, диспетчерам и другим сотрудникам вручили почетные грамоты, подарки и нагрудные знаки «Почетный работник Мост Трансавто». Я понимаю, что быть руководителем – это руководить огромным-огромным коллективом. И если тебе сказали слова благодарности за труд, значит, это труд коллективный. Это труд каждого нашего слесаря, каждого водителя, каждого диспетчера.